хорошего настроения на целый день. За окном осень, светит яркое солнце, и у нас голубое небо. А на кухне у нас завтрак. Что я сегодня приготовила? Кстати, я вчера вечером варила кашу. Рис и пшено на молоке. Сначала на воде, а потом чуть-чуть добавила молочка. Ну, конечно же, с маслом. Вчера купили рыбы красной. Так что-то захотелось мне бутербродов. Что это за рыба красная? Не смотрела. Семга. Семга. Семга, да. А мы показывали, что купили ее. Вы же сами знаете, организму витамины нужны. Омега-3. По утрам мы пьем льняное масло. Я уже говорила. Ну, может, кто-то зашел впервые на наш канал. Мне врач порекомендовала попить месяц масло, льняное масло. Чайная ложечка и стакан воды натощак. Но это мне мой врач. А вы прочитаете, сейчас информации очень много. В общем, такой наш завтрак. И чай. Чай у меня будет с мятой. Потому что я завариваю в чайничек обязательно мяту. У меня в холодильнике стоит. И по утрам стараюсь пить мяту и вечером. Что еще хочу вам сказать? Вчера хочу сказать? Саша не дает сказать. Как всегда получится. Я вспомнил про главу Роспотребнадзора Хакасии. Мне комментарии прислали. Не может успокоиться мой Санек. Не может успокоиться. Ну, что сказать. Почему пьем льняное масло? Ну, так решили. Много информации про него. Но ссылаться на главу Роспотребнадзора Хакасии мы не будем. Это для нас не авторитет. Впрочем, так же, как и крупные видные политики и все прочие. У каждого, я повторю еще раз, своя голова на плечах. Но вы считаете так, мы считаем так. А время покажет. А впадаться в какие-то крайности и кричать на весь мир, что это вот черное-белое, а белое наоборот черное, тоже не стоит, наверное. Я говорю, все, время расставит. Ребята, ешьте красную рыбу, пейте льняное масло. Это омега-3. Польза для организма. И будете здоровы. Сегодня вместе с вами будем готовить рыбу навага. Я посмотрю, как. То ли, может, запеку, то ли отварю. В общем, не знаю. Может, даже первое блюдо сварю. Уху, может быть, сварю немножко. С хвостиков. Так, на один раз. Посмотрю. Короче, каких вам... хвостиков? Я навагу мы купили вчера. Угу. Крупную рыбку. Да. Мне ее много. Понимаешь? И я думаю, может, еще первое блюдо получится сварить. Короче, сегодня у нас с утра рыбный день. И в обед, и вечером, наверное, будет рыбный день. Не знаю, посмотрю. Раз в неделю должен быть рыбный день. Сегодня а кто у нас помнит? Не четверг, кстати. В четверг был раньше, да? Рыбный день. Прессы. В столовых. Да. А что, разве это плохо? Хорошая идея. Всем приятного аппетита. И нам тоже. Ну, и я уже вам сказала. Хорошего вам дня и хорошего настроения. Побольше положительных эмоций. Не обращайте внимания на плохое. Не смотрите, не слушайте. А живите своим умом, слушайте свое сердце. Сегодня, кстати, вторая ночь и начался второй день после прививки. Третий, дорогой! Сегодня уже третий у тебя день. Ну да, третий день. Ну, мы вам потом расскажем. А да? Ночь вторая. А ночь вторая. Ночь вторая. Ну, слава Богу, все хорошо. Все прошло хорошо. Я имею в виду последствия после сделанного укола от коронавируса. Прививка «Спутник Ви». Спал я хорошо вторую ночь. Ну и день, думаю, пройдет нормально. Потому что в первую ночь я тебя напоила горячим чаем с малиной. А кто-то нам написал, разве можно при температуре чай с малиной? Вот послушайте. А разве нельзя? Встречный вопрос. Ну, может, они с этой точки зрения. Вот раньше, когда болели в деревнях люди, знаете что? Мы пили чай с малиновым вареньем на ночь. Все, ночью хорошо человек пропотеет и утром встает бодрячком. Я все время так делала раньше.
Ну, у нас такое было вот. Почитайте про малину, про малиновое варенье. Она очень полезная. А что мы неправильно сделали? Напишите, кто всё знает правильно. Эти тонкости, что нельзя пить чай с малиновым вареньем при температуре. Напишите, и где это прочитать? Потому что сейчас YouTube, это YouTube. Наговорят все, что хочешь. Так же, как и все а мы блогеры. Если блогеры. Есть какая-то официальная информация, дайте ссылку. Потому что Саша не верит. И нам, и другим. Всем нашим зрителям. Да. У меня браслетик, смотрите, Саш, только близко не показывает, потому что я ежевикой поцарапала руки. Как это называется, камушек? У меня на руке браслет. Это мне подарила подписчица. Канал называется Вика. Дача. Рецепты и не только. Да, рецепты не только. Вика, Саша, вашей маме, папе вашему. Большой привет. Давно мы вас не видели. Появляйтесь на экране. Посмотрите, какой красивый браслетик она мне подарила. Я про него столько прочитала хорошего и ношу дома. Потому что сейчас уже осень, на улице, а можно даже на улицу. Мне так он нравится, так меня согревает. Ох, какие у нее хорошие качества. Мне еще надо такие сережки и перстенечек. Но в магазине нет. Вот я заходила, где у нас раньше продавалось очень много вот из натурального камня всяких изделий. Куда-то сейчас все пропало, я не знаю. Ну, в общем, вот у меня такой браслет. Я очень довольна. Вика, спасибо. До скорой встречи на нашем канале. Не отключайтесь, не уходите, будем с вами готовить. Все. Будем завтракать. Всем добрый день. У меня на столе кукуруза. Вырастили сами. Я попробовала, такая сладкая-сладкая, вкусная кукурузка. Что я хочу сделать? Отварить ее. Как буду варить, сейчас вам расскажу. Потому что способов варки много. Я раньше варила по незнанию. Соли добавлю, а не надо, оказывается, соль вообще туда добавлять, когда варишь. Она будет жесткая и невкусная. В общем, так. Я разрезаю сейчас каждый початок напополам, чтобы побольше влезло в кастрюльку. Заливаю холодной водой и ставлю на газ. Варим приблизительно минут 40, но не меньше. А нужно пробовать. Вот каждую кукурузинку можно попробовать. Отщипнуть. Если готово, значит, можно ее есть. Дальше кладем в тарелку. Кто любит соленые, посыпаем солью и смазываем сливочным маслом. Вкуснятина, пальчики оближешь. Принесли еще айвы. Вот думаю, может через мясорубку и с сахаром потом ее сделать. Я так делаю заготовки. Не хочется холодильник грузить мне этими банками. И варенье я уже наварила, но не полную 3-литровую банку. Или сейчас доварю варенье. Есть у меня тыква. В общем, работы на кухне полно. Скоро уже обед. На обед у меня будет суп гороховый, свекла, селедка. Ну и, может быть, еще и кукуруза сварится. Пообедаем сегодня в 2 часа. Все, варим кукурузу. Хотела ее разрезать пополам, но она не режется. Думаю, не буду портить кукурузу. Сварю целыми початками. Когда-то ж так варили. В чугунках больших. Ох, и была кукуруза вкусная. В детстве все было вкуснее, чем сейчас. Уложила кукурузу в кастрюлю. И заливаем водой. Так, чтобы воды было столько, чтобы покрыло всю кукурузу. Заливаем полностью, чтобы кукуруза вся была в воде. Все, кукуруза плавает в воде. Отправляем ее вариться на газ. Крышку плотно не закрываем, чтобы она не убегала. А так, чуть-чуть. Вот смотрите, сколько я приоткрыла. И посмотрим, сколько она у меня будет вариться. Время вот час. Может, за час сварится, может, за полчаса. Ну, минут 40-то точно надо варить. Сейчас буду делать салат из свеклы. Или с чесноком, и с подсолнечным маслом. Или с орехами.
Ну, мы орехи уже ели, так что в салат я их добавлять не буду. В общем, поедим просто с подсолнечным маслом, с селедочкой. Сейчас я ее почищу, натру на крупной теркой, и салат быстро будет у меня готов. На носу обед, вот-вот уже буду приглашать Сашу. Что я решила? Я натерла свеклу на терку крупную. Чеснока я сюда добавлять не буду. Немножко подсолю, капельку, потому что у нас есть селедка с луком. И чеснок в этом салате, наверное, будет лишним. Сейчас разложу салат в тарелке и подам к столу. Ну, как всегда, покажу обед. Мне нравится видео. Знаете, очень люблю, как хозяюшки готовят, как пробуют, как это сейчас модно называется, мукбанг, едят на камеру. Мне это очень, кстати, нравится. Ну, мы на камеру есть не будем, а обед вам покажем. Такие тарелки у меня для первого с подсолнухом, керамические. Так их люблю, вообще люблю керамику. И это тоже такие. Это вот наши, кстати, белорусские. А это, наверное, китайские эти тарелки. Кукуруза варится. Давно мы ее не ели. Покупать мне не хочется кукурузу. Коль своя выросла, что бы не сварить, да и не поесть. Вот интересно, сырую кукурузу едят или нет? Я что-то не помню в детстве про эту кукурузу. Наверное, бегали мы на поля, воровали эту кукурузу по-детски, но что-то у меня это с памяти вылетело. Ох, какая красавица! У нас обед. Пригласила Сашу. Говорит, пойдем, дорогой. Суп гороховый горячий, селедочка с лучком и подсолнечным маслом, салат из свеклы. Украсила я его зеленью сельдерей, называется, ржаной хлеб бездрожжевой. Есть у нас горчица и будет у нас чай. Садись, Сашок, будем сейчас с тобой обедать. Нам приятного аппетита и всем тем, кто вместе с нами обедает.